мусор существует столько же, сколько и сам человек. А ты знаешь, что первые мусорные свалки появились еще за 3 тысячелетия до нашей эры? Спустя еще 500 лет в Афинах были разработаны первые законы, регулирующие вывоз отходов за пределы города. Там мусор сваливали в ямы и присыпали землей. Но население Земли росло, и к средним векам мусорные дела превратились в реальную проблему. Знаете, откуда в Европе пошла мода на широкополые шляпы? Да просто отходы большинство жителей городов выбрасывали прямо из окон. И хотя они обязаны были крикнуть перед этим «Берегись!», спасало это прохожих далеко не всегда. Централизованная канализация, а вместе с ней и активная борьба с отходами стали появляться только в 19 веке. Но в 20 веке, когда мусорную проблему почти решили, назрело новое. Начал сильно меняться сам мусор. Появились пластик, картон, химикаты. Долгое время их продолжали по традиции сжигать, закапывать или выбрасывать в реки. И только к концу 20 века стало окончательно ясно, за проблему мусора и экологии надо приниматься всерьез.